Да, ты права, она здесь работала, но месяц назад была уволена. Подождите, но примерно месяц прошел с ее пропажи. Так что же это получается? И за что вы ее уволили? Это ни за что, она сама ушла. Сказала, что больше не хочу здесь работать, все. Как? То есть вы больше ничем не можете мне помочь? Нет, прости, черт, извини, телефон. Странно это все как-то. То есть получается, Скай ушла отсюда. Простите, пожалуйста, а как называется этот ресторан? Ресторан-пиццерия. Что? Вот, пытаюсь найти. Думала, может быть, кто-то из прохожих что-то знает, видел, нет, все тщетно. Так вам это в полицию надо обращаться. Так я знаю, но они, наверное, раньше, чем через 3 дня не будут ее искать. Ну, все же сходите, попробуйте, потому что мало ли что. Происходит такая ситуация, что в последнее время пропадает очень много людей, детей. Никто не знает причины. Какой кошмар. Я все понимаю, но, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я не хотела, правда. Он пропал в тот день, когда мы ходили в ресторан. Он побежал куда-то там играть. Куда-то убежал играть, что-то там увидел и не вернулся. Кошмар. Что это был за ресторан? Ресторан-пиццерия. Ну, тебе-то это зачем? Ресторан-пиццерия? Та женщина, у которой пропал сын, она говорила про этот ресторан, наверное. Хотя, может, это не один такой, но... Как-то странно. Искай куда-то... А еще страннее то, что здесь почему-то нет посетителей. Кстати, об этом я сейчас узнаю. Извини. Ну так, о чем мы там говорили? Ах, да, про Скай, то, что она пропала. Да, к сожалению, я ничем не могу тебе помочь. А скажите, пожалуйста, почему в этом ресторане нет посетителей? Ой, это... Извини. Я не могу тебе этого сказать. Тут произошли кое-какие проблемы, поэтому это не важно для тебя. А вот я видела объявление. У вас еще есть свободные вакансии? О, неожиданно. И кем же ты хочешь устроиться? Так же, как Скай. Ночным охранником? Да. По тебе не скажешь, что ты похожа, честно говоря. Потому что Скай была такая боевая. Почему была? Ну, я просто говорю, что когда Скай здесь работала, она была боевая такая. А, поняла. А ты... По тебе не скажешь, что ты могла бы стать ночным охранником. Поэтому я тебе, конечно, расскажу условия работы, покажу ресторан, да, но ты подумай. Ну, по сравнению со Скай, может быть, и да. Но давайте ближе к делу. Подожди. Да, опять. Более мягкая. Что это вообще такое? Да, и правда, зачем мне это? Зачем мне это работа? Возможно, это откроет мне какие-то карты, куда могла пропасть Скай, потому что это очень странно. Я не очень понимаю. Не понимаю, что происходит. Ну да, он говорит, что Скай отсюда уволилась, но это очень странно. Странно то, что если, как и увольнение, вообще связано с ее пропажей. Или же... Ну не могла же она меня бросить. Извини, мои сотрудники там учудили. Так вот, я хотел спросить. Ты просто ради своей какой-то подруги хочешь устроиться на работу, чтобы что-то узнать? А с чего вы это взяли? И почему какой-то подруги? Вы не так поняли? Ну просто, чтобы из-за знакомой, ну или там подруги. Нет-нет, что вы. Мы с ней жили вместе. Она мне близка, понимаете? И вообще это не относится к делу. Я просто хочу устроиться на работу. Мне нужна подработка. А этот ресторан находится в 5 минутах от моего дома. И поэтому я хочу здесь работать.
Ну ладно, смотри сама. Да, посетителей сейчас нет, но это не имеет значения. В общем, я тебе сейчас покажу, пойдем. Угу. Так вот, Черри, смотри. Ух ты, здесь зал, игровые автоматы. В общем, все, что я тебе буду показывать, все комнаты, которых не так уж и много, тебе нужно просто охранять, вообще смотреть, чтобы там ничего не было. Но я тебе просто показываю, чтобы ты знала, где что находится. Потому что по факту ты будешь просто смотреть в мониторы и следить, чтобы ничего здесь не происходило. Работать ты будешь ночью с 12 до 6 утра. Вот, смотри, пожалуйста. Здесь у нас стал игровые автоматы, как я тебе уже говорил. В общем-то, в работе ничего сложного нет. Вот, пойдем дальше. Угу. Вот здесь вот тоже, видишь? Да. А почему здесь так много столиков и вот этих вот барных стоек? Ну, потому что ресторан-пиццерия, он очень известен, и у нас здесь очень много посетителей. Так что произошло? Почему вы в итоге его закрыли? Я же тебе сказал, тебя это не касается, к работе это никак не относится, простите, хорошо. Ты лучше вникай в работу побыстрее, потому что тебе это пригодится. Представь, ночь, все спят, тебе никто как бы ответить не сможет, потому что я ночью не работаю. Хорошо, и тебе нужно будет это все... В общем, пойдем. Так, смотри, это твой рабочий офис, в котором ты сидишь и вообще смотришь... На мониторы. Получается, мне просто надо следить за тем, чтобы оборудование было в целости и ничего не произошло внутри ресторана ночью. Все верно? Да, и самое главное, не засни, потому что если ты заснешь, что-то произойдет в то время, пока ты спишь, будет не очень хорошо. В общем, вот смотри, твой офис. Поэтому смотри, спрашивай, что непонятно. Хорошо. Ну, то есть, в принципе, ничего сложного, правильно? Ну, да. В общем, если ты согласна, то жду тебя завтра на работе. Так сразу? Да, что тянуть? Хорошо, я приду. Вот и отлично. Спасибо, что не опоздала. Ну, все, я побегу тогда. Я тебе все рассказал, показал. Удачи. Ну что, как тебе? Это теперь наш новый дом. Тебе нравится? Да, слушай, он такой большой, красивый. Скай, Скай, ну где же мне ее искать? Я уже все отбегала. А, Скай! Скай, ну куда же ты пропал? Я все обыскала, тебя нигде не было. Почему ты исчезла? Я ничего не сказала. Что происходит? Почему ты молчишь? Скай? Ну, слушай, не смотри так на меня. Ты меня пугаешь. Скай, что ты творишь? Слушай, я, конечно, все понимаю, но ты вот так вот пропала, и я даже... Откуда кровь?